Приветствую всех, братья. Последний прогноз. Вот, разобрал для вас Дональд Ковбой Серроне против Джима Миллера. Оба ветераны, кстати, уже встречались в UFC тогда. Ковбой, можно сказать, такой еще пиковый, да. Прошел без особых каких-либо видимых проблем на то время Джима Миллера, да. Но какую ситуацию мы имеем на данный момент? Дональд Серроне находится на конкретном спаде. Да, кто-то скажет, что он же дрался с топовыми оппонентами. Это действительно так. Но вот эти топовые оппоненты просто в хлам расшатали челюсть Ковбоя. Он никогда не славился таким классным держаком. Но теперь вот поединок с тем же Алексом Мароном мне показал то, что, скажем так, Ковбой уже абсолютно практически не умеет держать удар. И его тактика, вот это по ходу боя раскачиваться, еще больше усугубляет то плохое положение, те кондиции, в которых он находится, и приводит вот к таким вот итогам, да. Джим Миллер, несмотря на тоже солидный возраст, несмотря на то, что ветеран, он сейчас на неплохих оборотах. Его победная серия составляет две победы подряд и две досрочных победы, кстати, нокаутом, да. Вот, значит так, что я думаю по данному поединку? Ковбой все-таки находится на серьезном спаде, что нельзя сказать за Джима Миллера. Естественно, он тоже ветеран, но у Джима Миллера не прослеживается такой, можно сказать, какой-либо конкретный спад. Да, Дональд до сих пор опасен в ударной технике, но то, как он раскачивается, то, какой у него держак на данном уровне, все складывается здесь не в его пользу. Я думаю, что на Джима Миллера коэффициент 1.65 это неплохо, учитывая то, что Миллер в более лучших кондициях и то, что Серроне просто находится на спаде. Ему нужно, как, по моему мнению, какое-то чудо выдать, показать, чтобы попробовать нокаутировать Миллера, да, или попробовать дотянуть до судейского решения, в чем я очень сильно сомневаюсь. Поэтому основная ставка, наверное, моя будет, это все же победа Джима Миллера. 1.65 дают, я думаю, это неплохо, в то время как на Ковбоя там 2.2, под 2.3 там на разных контурах, вот так вот, да. И последняя ставка, я думаю, данное противостояние, это то, что досрочка Джима Миллера, да, досрочка, также просматривается, коэффициент на это 3 с чем-то там дают. Я вот точно вот смотрел, сейчас чуть-чуть подзабыл. 3.5, 3.6 вроде на этот исход дают, если я не ошибаюсь, на досрочку от Миллера. Вот. Может, чуть-чуть что-то и ошибаюсь, но, в общем, извините, если что. Вот. Ну, а кто смотрит впервые, не забывайте подписываться. Я думаю, что время старины Ковбоя, наверное, вышло. И думаю, что Джим Миллер вполне может забрать это данное противостояние. Ну, как минимум, судейским решением, по-хорошему, думаю, досрочка, учитывая кондиции и пробитую челюсть Ковбоя. У меня на этом все. Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте подписываться, братья. Это очень важно. Цель к лету, к концу лета 5000 подписчиков. Вполне реалистично. У меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов.